Говорят, что только 30% доходит до финиша. И прямой. цифра сильно завышена, я бы сказала. Возникает вот это ощущение, ну вот в телефоне, я же открою в любой да. момент, да, и все, и не работает. И вообще не открыла, да, и деньги на ветер. Это да? иллюзия, что типа хоть где, хоть где это значит вот. нигде, и хоть когда это значит никогда. За жизнь мы можем уже, как кошки, прожить несколько жизней и совершенно точно несколько профессий. Всем привет! Вы на канале «Женщины». Меня по-прежнему зовут Ольга Чебыкина, а напротив меня Екатерина Дадонова. Катя, привет! Привет, Оля! Сегодняшняя тема пролоббирована мной. В общем, деновщину в армии, как говорится, никто не отменял. Я, как преподаватель и создатель онлайн-школы интервью бу бум -бу. школы интервью и публичных выступлений. Ссылка на наш суперкурс из 24 уроков в описании находится. Так вот, тему я пролоббировала, потому что я хочу, чтобы вы не просто купили курс. Я фанат и маньяк результата не только своего, но и своих учеников. Но! Я знаю, что не все проходят до конца обучения даже очень хорошее, качественное, оплаченное и тому подобное. Говорят, что только. 30% доходит до финишной и прямой. И цифра сильно завышена, я бы сказала. Серьезно? Да. Ну, как это считают, да, и кто чистые такие откровенные результаты показывает? Почему это происходит? Смотри, во-первых, потому что онлайн-курсы, да, они очень сейчас распространены, они дико удобные, да, да комфортные. Оно вот, он прямо вот тут в сумочке, целый учебный курс, да, но они очень коварные по секрету вам скажу, вот в нашей сфере образователей постоянно происходят различные метапы, конференции и так далее на тему «Вообще можно ли научить онлайн?». Вот уже mm -hmm. так вопрос строится. Mm -hmm. Сейчас очное обучение — это luxury education. Об этом везде пишут. Потому что, ну, сама догадываешься, да? Вот мы с тобой вдвоем и пошла энергия. Конечно, да? конечно. Это элементарно. Люди учатся у людей. Групповая mm -hmm. динамика, да? Что-то тут вот я должна объяснить, а тебе подружка шепнула, да, дала списать, и эврика, дошло, да? Поэтому... Тут же задать вопрос, получить обратную связь. Группа тебе обратную связь дала. Да, Конечно, ты я чуть обожаю. Замыла. Тебе сказать: да ладно, не парься, у меня так же. Да. да. Я обожаю очное обучение. Более того, я очень долго подтормаживала, я не делала онлайн-продукт, потому что как же вот это глаза в глаза, да. горящие вот эти взгляды, вот эта поддержка, как у нас в группе люди сдруживались между собой, новые да. проекты организовывали. Я понимала, что, блин, я не смогу этого дать в онлайне, а давать хуже я не хочу. Ну, сдалась. Но сейчас уже есть методики, и все равно, Оль, ну так, чтобы тебя чувство да, там, вины не мучило, все равно это супер. Эти технологии, ну, круто, а ты в Екатеринбурге невероятный профессионал. Твой контекст, да, вот только ты можешь научить, да, ты вдохновляешь. И это здорово, что есть возможность у меня, да, через экран к тебе присоединиться, учиться, у тебя правильно ставить ноги. Ну, фантастика! Понимаешь? Поэтому здесь просто нужно знать вот здесь фишечки тоже. Если есть возможность выбирать. Да, вот, например, в Москве или в крупном городе. Если вы не в деревне, простите, да, да где-то, где вообще ничего нет. Я, например, набивалась бы к тебе э, да, на индивидуальные консультации, да. я бы платила в три раза в пять раз больше, потому что это того стоит. А такие люди есть, конечно. Но опять же, если вы живете за пределами Екатеринбурга, хотя у нас на двухнедельное обучение прилетали из Тольятти, из Челябинска приезжали, у меня ученики были, из Москвы даже приезжали, просто берут отпуск. Три недели человек живет, но у нее а в Екатеринбурге мама живет, но все равно, то есть, ты полностью меняешь свою график чтобы учиться очно но да. те кто не имеет такой возможности онлайн это выход я это тебя выход. спрашиваю тогда каким образом какие есть правила чтобы учиться онлайн эффективно а не для галочки. Теперь надо подытожить, да, о чем обо многом мы говорили, в принципе, да, в наших уроках, в наших таких вот видео-встречах. Что ты помнишь, вот как эффективно учиться? Во-первых, конечно же, цель. Это именно ваша цель должна быть четко сформулированная. А, далее, из цели вытекает ваша внутренняя истинная мотивация. Ура, Хо мотивация. Хот хотите да. ли вы получить диплом или вы хотите действительно новый навык? Для чего? То есть четкое представление, визуализация, как изменится ваша жизнь по после обучения улучшится или ухудшится улучшится или ухудшится uh -huh. стоит оно того или нет энергоменеджмент вау каким да. образом сохранять энергию знать что есть разные этапы когда мы проваливаемся в яму значит бессилие и желание бросить а еще мы говорили про то что лучше бы жить без синдрома многозадачности точно за один раз один курс Потому что сколько ловушек я вижу, люди 2-3 курса сразу, марафоны, я лекции. Возникает вот это ощущение, ну вот в телефоне, я же открою в любой да. момент, да, и все, и не работает, и вообще не открыла, да, и деньги на ветер, а потом там еще и доступ закрылся, и запуталась в паролях и так далее. Вот поэтому искренне рекомендую за один раз один курс. Еще да. отдыхать нужно отдыхать супер чередование нагрузки и отдыха и еще вспомнила пункт, когда ты говорила про вплетение вот этого вашего обучения в вашу жизнь это очень классно если люди учатся у меня не волноваться перед камерой круто да. говорить хорошо себя держать то вы должны просто обязаны параллельно ну начать записывать сторис большинство да. людей которые ко мне приходят они никогда этого не делали вот. они запишут на себя посмотрит фу я дура кривая косая говорю глупости я это не выложу вы должны выкладывать вы начнете получать обратно связь, причем реальную. Да. Я сразу как преподаватель могу сказать, мы о себе сами думаем, как правило, хуже, чем о нас думает окружающие К сожалению, да. Вот. Вы выложили, вам пишут, молодец, круто, так интересно, продолжай еще, это тебя пушит, это тебя да. поднимает, и ты чувствуешь прилив энергии и мотивации. Вот, вот, спасибо тебе за то, что ты сказала. Последнее, это вот еще один такой лайфхак, да, когда ты учишься, нужно действовать, да. Потому что нельзя научить, но искренне, можно только да. научиться. И это глагол, обращаю ваше внимание, потому что многие, да, зависают, боятся, они могут сдвинуться, да, очень страшно, очень тяжело всегда действовать. Это самое лучшее. Еще момент, научиться быть учеником, Оля, это везде работает, да, потому что, к сожалению, когда ты взрослый, а если у тебя еще отягчающие обстоятельства, типа там у тебя управленческая должность, да, 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 или свой бизнес, и команда, и тут вот так стыдно это, или как некоторые говорят, боже мой, Катя, мне уже 47, я говорю, и что, это не приговор, женщина может учиться вообще всегда, поэтому вот здесь вот именно, знаете, уметь быть учеником, а это знать, что первый блинком, мам, простите, пожалуйста, да. ты новенькая в песочнице, да. если до этого ты с ребенком не ходила, да, и вы там учитесь. У -у -у. То есть вы новенькие, это нужно себе разрешить обязательно, потому что мы почему-то хотим сразу, помимо того, что мы хотим сразу одно единственное решение, У -у -у. да, а так не бывает. И еще момент про то, что вообще нигде не говорят. Это... Я называю создать для себя условия университета. Потому что онлайн это действительно комфортно, это классно. Нам эту идею так и продают. Да, удобно. Села в машинке открыла. Это да? иллюзия, что типа хоть где, хоть где это значит вот. нигде. И хоть когда это значит никогда. К сожалению, для да. А еще не везде работает интернет, а не всем удобно с телефона, да, да? а куда тут записать и так далее. Поэтому вот прямо создать условия университета. То есть, прямо внести в график, У -у -у. да, например, по вторникам и четвергам я учусь. Супер. Чтобы все знали, что ты вот прям как будто бы ты. Поехала Мне рассказали на одном из мастер-классов Очень классно, говорят, японцы очень много пользуются кошерингом И аналитики были удивлены тем, что они снимают машинку, но никуда на ней не едут Сидят внутри Сидят внутри, потому что у них, ну, да. нет места И да. это да. отдельный кабинет и Я говорю, слушай, ну вот классно, понимаете тут ну, вот Мне часто говорят, дети, муж, все мешают да. Я не могу сосредоточиться Посуда смотрит на меня из раковины Да, а я тут сижу, вот как бы да. ерундой страдаю Пойдите, снимите себе машинку получше, да, закрылся личный кабинет. То есть, время и место, где удобно, да. Ну, точно так же, как говорят фрилансеры, работайте в кафе. Извините, я фрилансер, независимый специалист, не в... во всяком кафе поработаешь, то интернета нет, то рядом такие сплетни прямо тебе в ухо, ты думаешь, да что ж такое, вы уже уйдите со своим мужем отсюда, ну невозможно, да. Поэтому понять, где вам удобно и обязательно выделить время. Если этого нет, ну не сработает. Сейчас про неприятное я тебя спрошу инфо-цыгане. Такой термин появился и награждают oh. им практически всех, кто так или иначе работает в онлайне, кто занимается да. преподаванием. Честно говоря, в мой адрес это крайне редко прилетает, но тоже такое бывает. Меня это нисколечко не смущает, потому что я точно знаю, что я производитель. Я производственник, я производитель контента, видео, это вещественное, это все можно потрогать. Более того, знаешь, если большинство онлайн-обучений, даже качественного, содержательно хорошего, знаешь, как делается? Это записанные вебинары, это да. записанные через камеру компьютера какие-то постулаты сверху наложены слайды. Мы так не делаем вообще. У нас отдельный съемочный день, у нас графика, у нас анимированные слайды. Я всегда Супер. отдельно в студии. Я не могу по-другому, но это моя профдеформация. Поэтому мне можно говорить все что угодно, я за качество отвечаю. Но сталкивалась ли ты с этим определением сама? Вообще, инфо-цыгане, да, вот не будем никого обижать, но чувствуется какое-то предупреждение, да, отрицание. Да. Я понимаю, почему люди так говорят. Кстати говоря, я об этом термине узнала от своих учеников. Mm -hmm. Когда они мне написали, Катерина, слава богу, вы не инфо-цыганка. Спасибо, вы всегда отвечаете, и качество ваших видеолекций удивительное. Хотя, Оля, я бы мечтала производить, как ты, поэтому это не про деформация, а это действительно высокое, хай-класс качество, и это очень дорого. Я, например, как преподаватель, знаю, что это круто, я пока позволить тебе не могу. Да, это вопрос именно Поэтому вложения. Поэтому Поскольку у меня есть техника и все эти возможности, я делаю так. А Но мне многие шикарно. специалисты говорят, зачем? Рынок этого не, даже не просит, потому что все согласны на запись монитора. Более того, сейчас даже говорят, что это даже более натуральное, да, как бы на телефончик угу. все. Но я тебе искренне скажу, я не воспринимаю вот эту говорящую голову, да, на, на фоне занавески. Здесь еще нужно подумать, откуда инфо-цыгане, от инфобизнеса, Но ну, видимо, да. да, чей продукт это информация. Хотя неправда, уже давно не информация, потому что она бесплатная везде, и если ты умеешь искать, ты найдешь. Другое дело, что теперь нужно смотреть на а, отработку mm -hmm. навыков, да, привычек и так далее. Мне говорят, что я не, не инфо-цыганка, а я не понимаю, а почему нет? Ну, я же зарабатываю на этом. Книжки, да, mm -hmm. видеолекции, консультации, тренинги. Ну, то есть мой продукт — это вот образование, информационный продукт. Слушай, нормально, меня хоть горшком назови, только в печку не ставь. У меня главный результат, то есть у моих людей есть результат. Это то, зачем я работаю, и это то, кстати говоря, что нас роднит, потому что мы с тобой пятерки, и мы с тобой фанаты, видишь, прагматики результата. Но это пятерки вот по Human Design. По... Х... Вы да, поняли, это да. в одном из выпусков уже было. Мне симпатична твоя позиция, да, да, я учу, я владею информацией, я ее распространяю, плюс я отвечаю за результат. А мне кажется, еще грани нет, знаешь, вот эти крутые образовательные проекты, да, которые говорят, мы образователи, да. мы от университета, да, крутого, mm -hmm. от крутой компании, да, и вот информ бизнесмены. А чем отличаетесь? Ну, ничем, честно тебе скажу, я видела очень хорошие инфобизнесовые проекты, да. шикарные, роскошные, сделаны так, как тренерам с образованием и не снилось, да, и я видела очень плохие образовательные и такие же хорошие. Как из всех возможных предложений просто изобилие выбрать то, что нужно тебе? Первое всегда проверить отзывы на каком-нибудь сторонном сайте. Да. Вот искренне. Отзовик.ру и так далее. Угу. Потому что мы понимаем, да, что когда показывают кейсы успеха, это все это, ну, понятно, люди в основном, понятно, хвастаются, ну, показывают хорошие. Я, я, я тут тоже... сайте напишу хорошие отзывы. Я учеников. тоже плохие не буду да. показывать, да, тем более, что если я вдруг с ними не согласна, угу. как бы вообще, да что, да, что это такое? Поэтому отзывы посмотреть обязательно. Второе посмотреть обязательно, как отрабатывается практика. Угу. Потому что может быть очень много информации, может быть, тренер непрофессиональный, да. И он действительно круто рассказывает, но извините, мы не за рассказы платим. Да? Да. Именно должна быть отработка. Еще бы я рекомендовала в онлайн-курсах обязательно смотреть, чтобы были кураторы или если это отдельный тариф, там да, бывает да. вот можно сэкономить самостоятельно, да. Да, сэко... а можно с куратором. Я бы рекомендовала с куратором, да. потому что люди учатся у людей. А здесь самое страшное и строптивое, что ты остаешься один на один. То есть ты должен быть супер дисциплинированным mm -hmm. и супер прокаченным человеком, чтобы действительно справиться со всеми своими демонами, да, со всей своей ямой страданий, с прокрастинацией, там, да, и так далее. А куратор это человек, который не даст тебе упасть, да, который тебя может быть поддержит, кнут выташит, и пряник. проверит, да, кнут и пряник. Поэтому люди учатся у людей. Я искренне не советовала бы на этом экономить даже, потому что, ну, это важно. Ну вот, наверное, такие три штучки самые важные. И я могу еще добавить, ты тоже это не потому, что я такая умная, потому что ты мне уже рассказала. Мне очень нравится позиция идти за учителем. Понятно, когда ты определился со своей целью, да. видишь картину, как твоя жизнь изменится при получении этого образования, это тоже тебя поддерживает. Как выбрать своего учителя? О, да, обожаю. Я учителей очень серьезно отбираю, и мне, слава богу, с ними везет. Ты знаешь, вот что я вижу, это вот, наверное, вот действительно, чтобы ты очень доверял этому человеку. Mm -hmm. Я знаю, это очень большое внутреннее ограничение мое. Я с ним работаю, но пока не получилось справиться. Вот если мне одно и то же будет говорить молодая девочка, ну которая моложе меня, yeah. умненькая, и будет взрослая женщина, yeah. но ну, я поверю взрослой, понимаешь, не потому что я не уважаю, а потому что вот внутренне я доверяю опыту или, может быть, слова, примеры, да, жизнь или точно так же, как я не буду простить семейным отношениям учиться у незамужней женщины, mm -hmm. да, ну потому что я не верю, что она знает. Может быть, она очень умная, прокачанная, yeah. но я не верю. Я, например, попадала в такие ловушки, покупала за харизму классный, да, да один раз увидела, купила, я думаю, так, Катя, у тебя же правило, минимум три раза посмотреть, да, бесплатные какие-то тренинги, да. видео, потому что, может быть, ну, первый раз зацепила, второй раз нет, а в третий раз ты не веришь, как вот Маша рассказывала, да, ну, не верю я, потому что свитер в катышках, да, и все, да, и ты можешь этого не осознавать. Следующий момент, ну, это сейчас вот будут смеяться, но я все равно скажу, это мой пункт, с хорошим чувством юмора. Это всегда, потому что, во-первых, это показатель высокого интеллекта, да. а во-вторых, смех и все, что смешно, очень легко проходит в барьеры все и записывается на подкорку. И следующий момент, ну знаешь так вот третья штучка, да, не сотворить себе кумира, но хотеть быть похожей. Mm. Немножко похожей, и чтобы, вот знаешь, чтобы была растяжка что когда человек говорит какие-то вещи mm -hmm. или делает, которых ты сама боишься. Прийти в короткой юбке, да, я когда видела классных тренеров, которые одеты сексуально красиво, я себе серая мышь не могла позволить. Mm -hmm. Как так? Тренер должен быть в черном, он не должен перетягивать на себя информа внимание, да, да? как это вообще, ты вообще работаешь или ноги показываешь. Просто, но ну, когда я увидела, что так можно, и это круто, вообще и к мужчинам нужно ходить именно в юбке, а не как я ходила дура в брюках. Угу. Все, я поняла. Спасибо моей, моей, моей учительнице. Я даже в сторис публиковала, когда у меня была встреча со зрителями. Около 100 человек пришло, и я в своем бизнес-центре, где у меня офис, проводила в конференц-зале, то есть все места заняты, вот. И там зал так сделан, колонны разделен как бы на две части, и ты либо в одну сторону, либо в другую работаешь. Но я села на стол, на эту трибуну, чтобы мне просто... Я стала глубже, и у меня обзор был лучше, и всем было видно меня. Вот, я провела так два часа, мне задавали вопросы, очень теплая встреча, и много людей опубликовали историс об этом, и мне написал человек, причем мужчина, что это за ужас, типа сидеть на столе, это неуважение к аудитории. Я Клянусь, я даже не задумалась об этом, потому что вообще-то, с каких-то детских, советских, зашоренных этих э, времен, что вроде бы это не принято, но это же не обеденный стол. Это же ну не да. люди сидят, едят рядом со мной. Фан Мне потом выслали фотку Бродского, как он читает лекции, или уже э, на столе перед Фан студентами. Фан То есть класс. я, конечно, тоже лишена абсолютно вот этих шор и призываю... Ты очень хороший учитель. Ты рамки раздвигаешь и на своем примере показываешь. Это очень круто. У меня подруга-стилист приходит одетая, невероятно, и говорит: девочки, так можно? Я не смешна, и ты так думаешь, вау, то есть вот на своем примере картинка ⁇ это показатель хорошего учителя. Не только рассказывает, показывает, на своем примере. Друзья, у меня для вас короткое сообщение. В связи с новым миром и с новой жизнью вообще реальность меняется, конечно. И вы понимаете, я предприниматель. Не хочу плакаться, но мне так же, как и многим, нелегко. У нас отменилось большое мероприятие, встреча подписчиков в марте. У нас отменилось очное обучение в школе интервью. И в этой новой экономической, в том числе, реальности мне, моей команде, так же, как и многим из вас, нужно принимать какие-то контрмеры. Что мы можем сделать? Например, это большие скидки на наши хитовые онлайн-продукты. Сейчас впервые за такую низкую стоимость продается наш хитовый курс школы интервью «Говорите, не бояться» 24 урока полноценная энциклопедия коммуникации. Не буду вас утомлять, но если тема коммуникации вам интересна, активная ссылка в описании профиля, почитайте, на лендинге есть подробнейшая информация про все три дисциплины, которые заключены в этот курс. 50% скидка сейчас в связи с новой реальностью на время кризиса и карантина. И кроме того, не забывайте, активная ссылка также есть в описании, мои знаменитые 5 мастер-классов за смешные деньги, 690 рублей. Как записать ваш первый ролик, как выйти в онлайн, как перестать бояться камеры и разрушить возникшие физические и географические барьеры, начав общаться через, например, Инстаграм, сторис, прямые эфиры, вебинары. Если кто-то мечтал, но до сих пор не сделал, сейчас самое время, всего 690 рублей, 5 моих авторов мастер-классов как начать активные ссылки в описании к этому видео это как горнолыжники и сноубордисты да все время тоже пикируются и не могут понять кто из них лучше это две непримиримые группы которые вроде бы занимаются почти одним и тем же академики университет то есть какое-то классическое образование и онлайн образование это тоже Понятно, что ряд академий уже уходят в онлайн, да, да. а ну, уже никак стоит просто стоит да. на своем. То есть... Как ты оцениваешь вот эту тенденцию? Слушай, ну очень четко чувствуют, признают и пытаются переехать, потому угу. что, ну, безусловно, за этим будущее. Время только ускоряется, мы да. только все больше заняты, да, да? за жизнь мы можем уже как кошки прожить несколько жизней и совершенно точно несколько профессий, поэтому это будет вопрос в качестве, да, угу. перейти все это сделать, это вопрос ресурсов только, а это все будет. Одно из самых популярных обучений онлайн – это, конечно, обучение языку. Вот да. скажи раз и навсегда, можно ли… Язык учить онлайн совершенно точно и эффективно, и есть хорошие школы уже прокачанные, да, и методики. Угу. Все шикарно, безусловно, вообще не вижу каких то преград на что нужно обратить внимание помимо выбора школы пару секретов открой как запоминать иностранные слова я вот слышала что типа таксисты в москве хорошо район измайлова запоминают потому да. что он им как типа it's my life или it's my love что-то как-то да, так да, слышится да. Да. это называется метод звуковых ассоциаций mm -hmm. можете себе записать работает шикарно со всеми языками с любыми народами да вот видишь измайлово да а для них it's my love mm -hmm. есть еще смешной момент всегда в книжке тоже мне написано как иностранные женихи учат и признаются в любви русским женщинам. Они запоминают yellow blue bus. Получается я люблю bus. А на самом деле он говорит желто-голубой автобус, да? Mm -hmm. Нормально, mm -hmm. да? Yeah. <laughs> ну, вот, ну так mm -hmm. запомнил, да? Звуковые ассоциации точно так же, как мы учим. Ну вот, например, скажи, как лужа по-английски? Ой, не знаю. Ну точно учили. Вот понимаешь, вот да, вот смотри момент, да, вот еще. Ну точно зубрили. Но в какой-то вот начальной там школе, потому что вот зубришь, зубришь и просто пытаешься запомнить, но не можешь вспомнить. А теперь я скажу. Представила лужа Лужа по-английски падл. может даже закрыть ухо и послушать. Ты падал туда? Падал. Во, молодец. Ну ты падал в лужу. Ну правда, да? Вот это уже смеешься, да? Даже не, ну вот ровное как бы произношение. Здесь главное как бы как удочку, да, достать. Некоторые говорят мужчины, Падла обрызгал. Mm -hmm. Это запоминается еще лучше. Яркая негативная ассоциация, yeah. да, ну, простите, я ругаюсь в эфире, mm -hmm. но вот, да, падал, лужа, все, запомнил. Или, например, точно так же какие-то термины, да, сложные, тоже близкие к иностранным. Ну, вот, например, в начале, в нашем первом интервью я сказала, что твои интервью – это развивающая интервенция. И можно перепутать с интерференцией, угу. да, там что-то такое еще, да, интервенция. А, можно запомнить интер, да, ну как enter, да. как вот эта кнопочка, видите, и венция. Вот я прям вижу веник. Угу. Интервенция. Внедриться между этими штучками, да, видишь, то есть звуковая ассоциация срабатывает. Прикольно. Срабатывает внутренняя картинка, работает. Ну еще пример, потому что бывают вот, термины, названия, да, фамилии, это же не только иностранные слова Некоторые мне говорят, ну это же долго, вот я пока подумаю И да, не со всеми словами, ну значит другой способ подойдет, они есть, их много, мнемотехник Но услышать круто, вот ребята у меня не могли запомнить, первокурсники Прокрастинация, угу. ну слово модное, но не да. могут Прокрастинация, угу. что это значит, да? да. Откладывание на потом, угу. мы с ними придумали прокрасить Настю. Вместо того, чтобы заниматься делом, прокрасить Настю. Да, да. хренью какой-то заниматься, да. Прокрастинация, ну классно. Мне потом они говорят, Екатерина, вот мы помним Настю. Я говорю, ну фантастика. Если вы помните прокрастинацию, супер. Как всегда, за красоту в моих ушах благодарю Гидонист Шоп, не забывайте подписываться, интереснейший у них аккаунт, даже если не покупать, просто эстетически, визуально наслаждаться. И следите за нашими выпусками, я каждый раз чередую серьги, меняю комплекты. Обожаю несовершенство, когда сережки разные, это несовершенство, это то, что немножко царапает и цепляет. Здесь месяц, здесь звезда, Прям как я. раз уж у нас сегодня такой выпуск, когда мы резюмируем те знания, которые давали на протяжении шести интервью, давай еще разок. Почему те самые взрослые, умные, мотивированные люди, которые приходят к тебе, покупают онлайн-курсы, они не могут учиться? По пунктам, какие наши из детства, другие насаждения, прочие, мешают нам учиться? Про комплекс отличницы говорили. Что еще? Смотри, мы говорили про синдром многогр... многозадачности, да. это синдром, да, вот постоянно mm -hmm. бегаем, про синдром монаха на три дня, когда зажегся и тут же, да, все, и надо тут себя поддерживать, mm -hmm. про синдром исключительного ума в одном из выпусков тоже yeah. говорили, да, тоже очень важно, не надевать эту корону, я все знаю, mm -hmm. это уж слишком амбициозно, да, mm -hmm. потому что на самом деле только узнал слово, <laughs> если не, дай, не можешь дать определение. Еще ну, расскажу про синдром отличницы и синдром перфекциониста, потому что очень часто путают, и ты будешь удивлена, это разные вещи. Mm -hmm. Вот давай подумаем. Мне вот... кажется, у меня оба есть. Вот сейчас посмотрим смотри. Вот отличницы они все-таки работают на результат. Понимаешь, это вот люди или мальчики, девочки, да, женщины, мужчины, они вот именно готовы на все ради результата, да, ради цели. То есть им нужна вот эта оценка. Но наверняка ты помнишь, у меня такие были в классе, которые плачут, бьются головой о а парту, да, угу. лишь бы поставили пятерку. А ну нет, это не я. Но у них настолько вот есть этот страх какой-то не принести пятерку, поэтому они на все готовы: обмануть, угадать, выкупить, угу. подставить, условно говоря, да, вот так. Я думаю, что у тебя и у меня синдром перфекционизма. Да. Но я, например, подлечный перфекционист, потому что я вот тебя пыталась подлечить, потому что вот здесь э, перфекционист работает на результат на свой, то да. есть это свой идеальный мир, да. Только ему одному известный. Вот у меня девочка Надя и, и удивительно делает ногти. Она да. вот если не намажет кутикулу маслом, она не сделала маникюр, понимаешь? Это ее стандарт качества. Я не против. Мне да. пора бежать. Мне не нужно масло для кутикулы, да. да? Но она меня не Отпустит, пока она не сделает так. Не дай бог один пальчик затек, я умру. Но я не смогу ее убедить, что я переживу. Да. Нет, она будет переделывать. Угу. Вот это перфекционизм. Решение теперь, да? Что да, делать с этим? Да. Ну вот с отличницами подумать, что есть другие оценки. Да, вот просто разрешить себе другие оценки, разрешить тройку, разрешить двойку. Вот тот самый вопрос: а судьи кто? Сейчас то кто судьи, кому ты зарабатываешь это тем более нечестным способом, mm -hmm. да? Вдруг мы же про себя все знаем. Конечно. Перфекционисты, решения. Ну вот я себе так говорю. А, научиться играть. Я ехала сюда, я вся дрожала. Боже мой, завышенные ожидания, вот эта важность невероятная. Ольга Чебыкина, я познакомлюсь. Какое я впечатление произведу, да? Как я оденусь? У меня чемодан платьев, да? Там я замучила мужчину. Ну, просто это нормально, это подходит, туфли подходят. Но невероятно. Я играю, пока я не сказала себе, слушай, я играю. Это игра, это же круто. Даже в случае провала, что вообще исключительно... Что да будет? Что такое провал? Что будет? Ты знаешь... Я уже рассказывала эту историю, как я сама познакомилась со своим первым мужем. Несмотря на то, что мы развелись, у нас прекраснейший был брак и замечательные отношения по разным э, путям. Потом мы пошли, и прямо он мне очень понравился. Восхитительно красивый мужчина. И я его увидела, и все, думаю, я должна подойти, я сойду с ума. И потом, это же страшно, я тогда еще молодая. То есть и вроде не принято, девушка это подходит. Это не принято, он да. старше меня, я даже не знаю его статуса. И я потом подумала, вот я такая подхожу и говорю, что что я бы пригласила его на кофе. Да. И что будет в самом худшем случае? В самом худшем случае он говорит: ну, извините, нет, извините, нет мне не кажется это уместным. Это все. И да. твоя напряженность, твои вот эти вот бессонные ночи на протяжении трех месяцев, они моментально закрываются. Самое жуткое – это состояние неопределенности. Конечно. Как только у тебя есть решение, даже отказ, это круто. Да, ну, это как освобождение. Как вы поняли, он согласился, мы даже прекрасно вам сына Арсения народили, в общем, все замечательно. Молодцы. А, Сторицей окупилась. Потрясающая, Просто... проактивная жизненная позиция. Вот, знаешь, мне еще помогает вот так называемое, знаешь, испытание смертным адром, это называется. Mm -hmm. То есть вот для меня вот я человек из породы, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать. Когда я думаю, что я буду старенькая, там, да, лежать, бояться, там, вспоминать свою жизнь, и я подумаю, «Катька, ты вот это не сделала, потому что ты элементарно испугалась!» Или потому что тебе подружки подумали, да. сказали, а мы о тебе плохо подумаем, да плевать мне, я умирать буду одна вообще. Mm -hmm. ну что, ребята, я поеду, поеду в своем платье, даже не буду ни с кем, да, там, mm -hmm. консультироваться со стилистом и так далее. Я могла, потому что я сама, я приехала, и, как я говорю себе, good enough на сегодня. Достаточно хороша. Вот насколько могу, настолько хороша. Катя, мне вообще <laughs> очень близко. Сейчас скажу, что я невероятная говоришь. зазнайка. Да нет, ничего <laughs> такого не скажут, а кто скажет просто вот еще раз: мне так нравится каламбур моих подписчиков на канале Не принято обсуждать. Они уже 10 тысяч раз мне предложили канал переименовать в Непринято осуждать. Мне кажется, вообще самая, <laughs> Вау, какое... самая моя главная идея и заслуга я этим вдохновляюсь, я работаю на общей человеческой если хотите результат. То есть в этом мире я сею, я не хочу говорить толерантность, это такое очень политизированное слово, а просто принятие, просто абсолютное принятие любых других людей. Все, что не касается там каких-то там, я не знаю, извращений, нарушений закона и так далее, в остальном кто как живет, что ест, в чем ходит, как выглядит, с кем спит. У меня настолько расширились границы восприятия благодаря моим героям. Темп речи — это не важно. И когда я преподаю курсы по речи, рассказываю людям... Э, вот мы... Спасибо, что сказал. сказала. Я честно комплексую, что я так тараторю. Спасибо. Ты, ты просто другая. Я тоже быстро вот видишь, говорю. Видишь, у меня есть, есть с чем работать, нормально. Тина Канделаки быстро <свят> говорит. Ксения Собчак вместо слова человек говорит каждый раз чек. Ну этого чека вот там туда сюда. <свят> Это, <свят> правильно? <свят> Это правильно? Это <свят> правильно с точки <свят> зрения произношения? Конечно, нет но это не имеет никакого значения. То есть это как отпечаток нашего пальца, наша собственная идентичность и уникальность. Это не значит, что не нужно расти, быть где-то лучше. Если вас лично это тяготит, если люди не успевают слышать то, что ты говоришь, просто элементарно не могут расслышать. И это другой совершенно вопрос. Эдвард Родзинский, правильно ли он Интонирует. Он интонирует диаметрально противоположно правилам русского языка, кто у него вверх интонация уходит каждый раз. Является ли он от этого худшим учителем, наставником, культурологом и так далее? Да нет, конечно. Там люди за в дыхание его слушают. И множество-множество таких примеров. Просто принимать. Ну и, конечно, разрешать себе быть любыми. Вот и Видишь, все как? мои идеи. Принимать – это главный урок. да? Я специально это даже сказала, не боюсь. Потому что мне часто говорят, Катя, зачем вы себя компрометируете? Я вот только что подумала, вы крутой эксперт, а тут у вас вот тут тараканы полезли. Я каждый раз говорю, я просто человек. Я не бог, я живая, я абсолютно живая, и поэтому я говорю, чтобы вы понимали, и надеюсь, вас отпустят какие-то ваши комплексы. Именно для этого я так откровенно, да, хотя вот как бы ну, такой публичный стриптиз это не всегда просто. Спасибо тебе большое за твою откровенность, за твою эмоциональность, за твою быструю речь, за обилие, огромное количество информации, которую мы дали в этих выпусках. Мне жалко прощаться, но я уверена. Можно, можно последнее слово под конец? Я прочту кусочек Давай. из Веры Полосковой. Я люблю ее очень. Давай. Может быть, знаешь ее индийский цикл, там маленький кусочек. Угу. «Можно лечь на воду и знать, вот вода нигде не училась». Набегала, сходила, всхлипывала, сочилась, уводила берег в неразличимость. Никогда себе не лгала. У тебя и это не получилось. Я искренне желаю нам всем себе не лгать. Вот не лгать. Катя, супер. Это абсолютно неподготовленно. Для меня было истинным удовольствием. И у нас остался а, последний конкурсный вопрос. А, подарки, подарки, да. да. А, поскольку мы говорили про то, что мешает вам учиться, будет круто нам всем... Если вы поделитесь, что лично вам мешает учиться, наверняка вы уже отмониторили эти моменты, ждем в сообщениях, вы должны быть подписаны на канал женщины и ответить на этот простой вопрос, что мешает лично вам учиться, что вы уже э, за собой заметили. И можете также писать, чему вы обучаетесь прямо сейчас, это тоже будет э, разнообразить очень наш досуг, когда мы будем читать комментарии, а мы обязательно все читаем. Даже если я не отвечаю, знаете, я читаю под каждым выпуском для того, чтобы понимать свою аудиторию лучше, чтобы давать то, что... Будет понятно, нужно. Спасибо, что были с нами. Спасибо, И тебе через две недели рандомным способом 10 победительниц, как всегда, и каждый из вас сможет выбрать понравившийся видеоурок от Екатерины Додоновой. Катя, Спасибо. Ура! Благодарю.